Еще в одном селе Новоскольского округа Слоновки ко Дню Победы обновят монумент на братской могиле. Здесь похоронены 39 советских солдат, погибших в боях за село. Этот памятник на месте захоронения был установлен в 1992 году. В 2020 году было принято решение на уровне главы администрации Новоскольского городского округа о капитальном ремонте данного памятника. И этот объект культурного наследия был внесен в программу увековечивания памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы. Общая сметная стоимость работ составляет 258 тысяч рублей. Завершить работы планируется в ближайшие дни. Будет благоустроена и прилегающая территория. Высажены цветы и декоративные кустарники.